Так, Виталик, он качает, бычок завели. Сейчас, наверное, погрузим захватами. А я поеду возле дома, почищу, а то подписчики жалуются, говорят, мы уже снег чистим, а ты все в гараже бортовую делаешь. Ну вот, вроде выровнялась она. Надо будет подтянуть все болты. Сейчас 10 минут возле дома вычищу. Гаражи. Они уже все развалились. И детскому дому нахер не нужно. Так. Надо бы ворота в детский дом. Да они ни хрена не открывают. Надо будет скажешь. Поеду на поле, за рулонами, там площадку для бычка расчищу. Ну прям туда заехать на бычке, а то захватами возить 3 километра, это будет, блядь, неделю, соляр все больно дешевая будет. Так что, пока. Отдыхаем, сейчас поедем чистить. Будет что интересное, покажу. Так, ну что, вот, интересно, чиркает. Во многих сделано вовнутрь, как бы, ну тогда рамка получается маленькая, узкая. Вот это. А так он при разворотах чиркает. Так что как-то вот так. Ну вот второй или третий день будем выезжать. У нас он снова сегодня. Вчера завалило. Вчера не чистил, сегодня позвонил. Почистил. Надо. Сейчас поеду чистить. Сейчас покажу, как заведется одним кадром. А там, может, с прошлых чисток что-то вставлю. Да и так, ладно, сейчас попробуем. И поедем, наверное. Сегодня у нас 4 декабря 23 года. Ничего не заводил. Сейчас, наверное, попробую. Не получится одной рукой. Ну так, без обычно воздушную заслонку, чтобы легче утром заводилось.
Так, попробуем. Да выгоню, чтоб не в темноте. Поедем, сейчас будут кадры какие-то. Так, вот так вот. Доведем, ну что тут гребсти уже по третьему разу. На халтуру ездил. А так подморозило, все, нас держит. Дорога лучше стала. Уже с усилием опускаю отвал, чтобы четко прогрести. Так что вот такие вот дела. Солнышко, мороз. Сейчас попробую здесь за деревней новую улицу прогрести. А так вот. Повернем. Если повернем. Соляшка в ноль кончилась, блядь. Сейчас качал. Не докрутил, блядь. Качал, еле 40 литров накачал. А то, блядь, целый. Два дня поездил, блядь. Хорошо возле дома. Вообще в ноль. Сухой, блядь, бак. Сейчас загоню. Виталик. А, держи. Thank you.